Гармоничное развитие личности, дающее 100% гарантию поступления ученика в вузы России и стран зарубежья. Такая цель стоит перед педагогическим составом Ломоносовской школы-пансиона, которая открылась на территории Раменского городского округа в 2005 году. Здесь развивают детей, начиная с дошкольного возраста и до вступительных экзаменов в институты. С историей создания образовательного учреждения, с достижениями и успехами за 15-летний период ознакомился министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков. Его сопровождала делегация в лице главы округа Виктора Неволина и председателя Совета депутатов Юрия Ермакова. Ломоносовская школа-пансион – одна из немногих, наверное, где совмещено и обучение, и круглосуточное проживание воспитанников. Сюда стремятся попасть дети не только из муниципалитета, но со всей Московской области учатся дети из Москвы. То есть школа получила свою известность, и за достаточно небольшой период времени, чуть больше 15 лет школа существует, получила большую известность. Это очень кропотливый труд вывести школу на такие производственные мощности, когда 200 детей обучается, еще 50 детей – дошкольное образование. Руководство сделало здесь очень хороший продукт, в который хочется стремиться и попасть к любому родителю, и чтобы его чадо училось здесь. Помимо учебного процесса, Роман Терешков с большим интересом ознакомился со спортивной инфраструктурой Ломоносовской школы-пансиона. Образовательное учреждение располагает большим спортзалом. В нем предусмотрена тренажерная зона. В теплое время года занятия по физкультуре проводятся на школьном мини-стадионе, в чем лично убедился министр спорта Московской области. Роман Терешков и другие представители делегации сыграли с учениками 6 класса во флорбол. Это командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом. Ребята молодцы, поиграли в флорбол. Это такая зимняя разновидность хоккея на траве. Действительно, он здесь культивируется. И хорошая команда, молодцы ребята, подвижные. Конечно, здесь отрадно видеть то, что большое внимание уделяется развитию физической культуры, спорту. Создан отдельный ФОК, в котором ребята играют. Баскетбол, флорбол, дзюдо, бокс, лазертаг. Ну, огромное количество секций, которые развивают детей. И здесь можно говорить о гармоничном развитии личности, как и с процесса обучения, так и с процесса спорта, с процесса культуры. После посещения Ломоносовской школы Роман Терешков провел встречу с педагогами и учениками местных образовательных учреждений в культурно-досуговом центре «Чулковский». Министр спорта Московской области вручил ребятам из 20-й Чулковской школы 16 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также наградил трех педагогов министерскими благодарственными письмами. Большое спасибо всем преподавателям, тренерам, сотрудникам культуры, Дома культуры, те, кто ежедневно создают, именно, наверное, создают наше будущее, наших детишек, которые работают с ними в школе, в Чулковской гимназии, в Ломоносовской гимназии, в спортивной школе, в Доме культуры. Это все то, что наше наследие и все то, чем мы будем гордиться в ближайшие десятилетия. Я хочу вам сказать большое спасибо, потому что тот труд, который вы делаете, переоценить, наверное, невозможно. Марина Миткевич, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».